Для жителей Донбасса собрали 250 коробок с гуманитарной помощью. А это значит, что примерно столько же семей будут обеспечены едой на несколько дней. В наборах только самое необходимое – крупы, сладости, тушенка, чай. Мы изначально в связи с событиями, сегодня происходящими, ставили задачу, чтобы весь совет депутатов участвовал, максимально привлекал и организации, и жителей неравнодушных к сбору помощи. И вот сегодня в очередной раз мы собрали достаточное количество, в пятый раз отправляем, ставили себе такую задачу, задача будет выполнена, несмотря на погодные, в том числе, условия. Добровольцы активно работали в проливной дождик. Каждый понимал всю важность своей миссии. Чем быстрее груз будет доставлен в распределительный центр, тем скорее его получат жители Донбасса. Мы рады всем, кто принимает в этом также активную участие. Будем благодарны, если к нам присоединятся и другие небезразличные жители, предприниматели. Ну, потому что это беда людей, которые мы не можем остаться в стороне. Поэтому мы должны помочь. Очередная партия груза, которая так необходима в Луганской и Донецкой народных республиках, отправлена. Это удалось благодаря общим усилиям депутатов, предпринимателей, жителей и волонтеров. Мы помогаем, относить все это, загружать, отправлять на какие-то другие места. Мы занимаемся этим уже около 6 месяцев. Всего местным отделением партии «Единая Россия» было собрано и направлено в распределительный центр более 7 тонн гуманитарного груза. Галина Житкова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.